осмотрительно. Мне не о чем рассказывать. Ну-ну, как знаешь. В другой раз, да? Это достойная краска.
Элой, чем могу помочь? Нужно что-то еще? Благодаря ловушкам мы пока в безопасности. Поторгуем в следующий раз. Потом приготовлю. Ну, хоть вещи снова с нами. Уже что-то. Убежище. Здесь можно отдохнуть и проверить снаряжение. Еще одна застава. Меня они предупреждали. Разберусь с командиром. Может, остальные отступят.
Посмотрим, нет ли у этого командира жукана. Больше никому не навредят. Жетоны погибших солдат. Нужно отдать в дубки. Некуда класть. Положу в хранилище. Похоже на место раскопок с истребителями. Прекрасно.
У меня есть что-нибудь, чтобы стрелять водой?
Кислота ей не страшна. Thank you.
навестил твоих приятелей-полаганщиков в Вегасе, где ты нашла Посейдона. Они там все принарядили, и теперь зовут это место Тайным Сполох. Думаю, ты могла бы им помочь с парой проблем. Спасибо, Эрон. Я постараюсь к ним заглянуть. Запас лишним не будет. Честь и сила! Твой враг мой. Каждая битва. Полно нервов. Скоро все решится. Вот здесь. Мы застряли здесь. На посту. Ее есть оружие, на которое я давно положил. Я тебя слышу. Не хватает нескольких. Кощунница победила на арене. Даже в чувство. Никогда не думал, что не было. Да направят тебя десятые! В следующий раз точно туда. Попробую снова наложить образ. Я должна быть в зоне действия. Похоже, Гефест наделал целую кучу таких убийц.
Теперь я хотя бы взбодрилась. Надо быть готовой ко всему.
Отлично. Эта железная конструкция напоминает ту из образа. Я уже рядом с местом, где его запечатлели. Кажется, я уже близко. Есть! Эта машина устойчива к плазме. Опять мятежники. Я слышала, что они здесь. Если избавлюсь от их командира, остальные могут сбежать. Если попасть сюда нужным снарядом, будет большой бум. Можно идти дальше. Thank you.
Нужно поискать жетоны. Что тебе нужно от нас? Быстрее, сюда! Нужно отнести их в рощу, как будет возможность. Без командира мятежники отсюда уйдут. Но можно разобраться с ними сейчас. В любом случае, здесь я закончила. Давай, заходи! Намного лучше. Ты ведь знаешь, как мы поступаем с чужеземцами? Чисто. Будем надеяться надолго. Возьму с собой.
знаю, как забраться на две наши. Врата побежденных. Подходящее место для битвы Яры и драки. По крайней мере, бойни не случилось. Сможешь ли ты помочь мне найти байки Ронды? Должен быть выход. Пока уберу в запас. Thank you.
возьму на будущее. Могу выйти там, где вошла. Где-то должен быть выход. Наконец-то. Долго пришлось лезть. Thank you.
заставы. Похоже, отсюда начинаются земли долинников. Можно пополнить здесь припасы. Волосы цвета крови. Наверное, защитница. Прошу, на одно слово. О твоих деяниях знают по всей долине, восточницы. Ты помогла нашим шерифам и вождю. Лично я тебе благодарен. Вот что я предлагаю. Я буду делиться с тобой тем, что знаю и слышу. И тебе не придется блуждать здесь в потемках. Тебе будет интересно. В долине обосновались одни из самых опасных машин на всем запретном западе. Тебе стоит посетить наши охотничьи угодья на юго-западе. Сможешь потренироваться. Может, узнаешь, какой новый прием. Запомню на случай, если буду там. Спасибо. Быстрый. Подумай,
Есть чем гордиться. Мне пригодилось. Идет в хранилище. Thank you.
бригадой. За ними! Линники в атаку! Готовы! Убить чужаземцев! Судя по тому, как атакуют мятежников. Надо бы им помочь. Уберу в хранилище на всякий случай. Станица, подойди. Волосы красные, как порча. Я знала, что глаза меня не подводят. Ты Элой, защитница Хикару. Меня зовут Гатак, командир отряда лисов клана Долинников. Прости нас за внезапное появление. А вы хорошо подготовились. Долинники умеют как следует использовать фактор неожиданности. Так мы и побеждаем. Ты хочешь отбить Крайтопи? Крайтопи? Деревню Долинников к юго-западу. Ее захватили мятежники. Решила, тебя отправили отбить ее? Да нет, я здесь не для этого. Мы находим и перерезаем им пути снабжения. Но потом нам придется атаковать деревню. И нам бы пригодилась твоя помощь. Если буду рядом, попробую помочь. Доведут тебя десятые. Но прежде чем ты уйдешь, вождю Хикара не понравится, если члены его клана не отблагодарят тебя за помощь в борьбе с Регалой. Спасибо. Да приведет наша встреча к победе.
сила! Мы запали уроки десятки. Из-за снега у меня вся одежда отсырела. Замечательно. Ты уверенно держала? Та самая странница. Схватимся против регал. Может быть, я ошибся. Ноги ее были надки. Должна мне 20 осколков. Сделаю все, чтобы... Мы о чем ты говоришь? Настоящее решение принимаю. Нужно готовиться к следующему подъему. Говорят, она остановила войну на востоке. Элой! Рад видеть. Мы слышали о подвигах в роще. Он всем вокруг рассказывает, как ты восходила с ним. Как у вас двоих дела? Пента наконец-то получает свои отметины. А Рокко пришел поддержать. Это честь для меня, увидеть, как ты вопишь от боли. Я рада, что ты получишь заслуженное признание. Спасибо, Элой. Да падут твои враги. Твоя храбрость. Если река... Выступила чужеземки. Значит, Тенак, ты ее точно победят. Ага. И все они очень дружелюбны, да? Да брось. И будь наивным. Это срез воды. Там меня должна ждать Дека. А вот и я! Моя сила, твоя сила. Да, она защитила. Пусть мятеж регалы захочет.
Гордись, ты на отраве. Да будет остро. Приветствую, странница. Заходи, союзница Донахару. Пусть наши клинки разят мне. Твоя храбрость достойна. Я тебе... Нет дыхания, нет силы. Добрый день, Саша. Следуй зову за руку. Отходи! Торгуем. Ты можешь гордиться собой, Грань, ты заслужила свою славу. Ну, она хотя бы вооружена. Я говорю правду. Послушай его, Ороки. Ни за что. Он предатель. Дека, что происходит? Элой, рада тебя видеть. Это Ороки. Глава Среза Воды. Ты та бестолочь, что записалась в защитники вождя? А ты, значит, кого? Мой внук. И солдат, который хочет искупить вину. Или пытается обмануть нас. Мои разведчики поймали его, когда он рыскал возле деревни. Ничего я не рыскал, а пришел предупредить. Мятежники задумали нападение, хотят послать машину на эту деревню. Я сбежал от них, когда понял, что они задумали. Вы должны мне поверить. А где сейчас мятежники? Они охотятся на ту машину к северу отсюда. Я могу показать. Ты можешь только предстать перед судом. Ты предал свой клан. И вождя. Кровь и клинки решат твою судьбу. Буду драться с кем скажете. Но прежде остановим атаку. Зачем уничтожать эту деревню? Я думала, Регалия нужен Хикару. Он был долинником прежде, чем стал вождем. Мы всегда будем стоять за него. В отличие от пустынников и небесников. И Срез Воды – опорный пункт между рощей и столицей на побережье. Это так. Нам приказали лишить Хикара поддержки клана долинников. Но я думал, это значит остановить поставки припасов, а не вырезать деревню. Ты сказал, что сбежал, когда узнал об этом нападении. Почему ты передумал? Когда я стал мятежником, я считал, что Регала поведет нас в бой со старыми врагами, Карха. Но мы лишь убивали своих. И ради чего? Гордыни? Мести? Когда командир отряда рассказал мне о планах уничтожить эту деревню, я сбежал. Все это ложь!
Все, кто предал свое племя, чтобы присоединиться к Регале, хорошо знали, на что шли. Нет, не все. Если Кава говорит правду, вся деревня в опасности. Нам нужно остановить мятежников. Они разбили лагерь к северу от реки, рядом с утесами. Я могу показать дорогу оттуда. Хорошо. Пусти его, Ороки. Нет. Я не дам ему шанса сбежать. Он останется здесь, до самого суда. Я заплачу кровью за кровь. Я займу место Кава до его возвращения. Это ошибка, духовница. Клану нужен твой совет, а не ложь этого недоноска. Таков наш обычай. Кава пойдет целой. Тогда я тоже пойду. Если мальчишка не врет, мой клинок пригодится. А если врет, от меня не сбежит. Мне нужно подготовиться. Я приведу его к месту встречи. Ладно, увидимся там. Ты хотела что-то еще? Мне пора. Увидимся у лагеря. Лагерь, о котором говорил Кавва, где-то неподалеку. Где их нофиг? Они должны быть уже тут. Кто-то ждет впереди. Но не Кавва и не Ороки. Мятежники. Друзья Кавва. Видимо, надо разобраться с ними, чтобы пройти дальше. Движение! Вон там! Там кто-то есть! Больше... Эти мятежники устроили тут засаду напутников? Его придется объясниться. Лучше подожду их с лодки у костра. В сумке места нет, а вот в хранилище есть. Встретила тут несколько твоих друзей, Кавва. Я уже не очень-то верю тебе. Это, наверное, был патруль. Клянусь десятыми, я не знал, что они будут тут. А я что говорил? Его ложь как глубокая рана. Лучше прижечь ее сейчас, пока не загнила. Нет! Я говорю правду! Развяжи его.
как скажешь. Но это ошибка. А мое оружие? Если решил... Отдай ему, Арокки. Нам пора идти. Веди нас. Нам наверх. Куда ты нас ведешь? Мятежники стоят лагерем у водопада. Я шел этим путем, когда сбежал. Они не будут ждать, что кто-то придет отсюда. Или будут. И нас убьют, стоит там показаться. Вот и водопад. И там никого нет, как я и подозревал. Пойдем дальше. Мне это не нравится. Куда все делись? Ни мятежников, ни машин. Как я их... Вон там, у водопада. Он может его повредить. Разрез воды. Деревне конец. Тогда мы ее остановим. Сейчас же. Веди, Лай. Теперь-то ничто нас не остановит! Хватай оружие! Мы идем на срез воды! Не дай мне умереть здесь. Меня ранили.
справились. Ты ранен. Выжил. Важно, что мы остановили нападение. Благодаря тебе. Сегодня ты спас многих. Идем. Вернем тебя в срез воды. А, похоже, ребра тоже сломаны. Иди вперед. Я провожу его в деревню. Ладно. Скажу Деке, что случилось. А неплохо я недавно сходила в охотничьи угодья. Получила среднюю лычку. Да, ну, полная лычка или ничего. За то время, пока я в испытании заработала бы полную лычку, я получу 3-3. А вот и ты, Эрон. На Пескавой, Эрон. Трое ушли, вернулась одна. Что случилось? Кавва говорил правду. У мятежников был бегемот. Кавва ранили в бою, но мы остановили нападение. Ароке... Сожалеет, что сомневался. Твой внук доказал свою честность и смелость, духовница. Он верный долинник. Так ты его отпустишь? Он заслужил свободу. Но чтобы вернуть доверие всего клана, ему придется постараться. Я готов на все. Спасибо, Элой. Спасибо. Срез воды у тебя в долгу. Возьми это в благодарность. Спасибо. Как поправишься, я столько всего тебе покажу. С возвращением.
открыла нам истинное видение. Твои враги тебя не беспокоили? Ты делаешь честь нашу. Регала пришла за победой. Сейчас бы прохладный ветерок. Огнем ее не возьмешь. Еще одна застава мятежников. Пора узнать, кто у них главный, и разобраться с ним. Huh?
Застава мятежников. Нужно узнать, кто у них главный, и остановить его, пока не стало хуже. Она укрылась в траве! Вот она! Видишь? Это моя кровь!
Судя по броне, этот солдат-командир. Есть! Эй, ты! Вот вы где! Пленных петля! Что? Я хочу твоей смерти! Нет! Атакую Нора! Ну да, я насажу свою голову на кол! Не смейте ее упустить! Так, уже лучше. Этого никому больше не будет мешать. Еще жетоны. Как смогу отнесу их дубки? Снижаюсь. Похоже, выживший направился к тем руинам. Мятежник. Все-таки не выжил. А это машина, что убила его.
Он мертв. Не успел добежать до руин. Машина подгнала. Возьму этот зеленец на будущее. Здесь зеленец. Чтобы узнать, что они задумали, нужно найти того, кто здесь командует. Клетки для пленников.
Ты не уйдешь! Ну, держись! Так вот же она! Вы слышали? Раз ее видели здесь, так?
есть что-нибудь? Пока что тут... Я оторву тебе руки и ноги! Мой клинок найдет тебя. Сиди, где сидишь. Я тебя найду. Теперь это мое. Надеешься, что я тебя не поймаю? Что? Пожру на тебе! Что, иди! Thank you.
Привет! Меня перехитрили! О, мы ее нашли! Теперь им придется туго. Надо брать, пока есть. Рен бы сказал, жарко, как в кузне Азирам. Положу на потом. Это же я. Всем инженерам и операторам. Найдите Нора, уничтожающую наши объекты. И если кто-то снова назовет ее спасительницей или защитницей, я затолкаю эти слова ему в глотку! Азера, нужна помощь! Подождите! Я сейчас буду! Вы должны найти ее и убить. А потом принести мне ее визор. Если получу данные, Сайленс будет в бешенстве. Вот значит как. Сайленс связан с сынами Прометея.
Судя по всему, это место важно для Танарт, верных вождю. А вот мятежникам оно не нравится. Если я правильно понимаю, все дороги, ведущие в джунгли, проходят через эту деревню. Ее захват — верный стратегический ход мятежников. Но, кажется, за этим кроется что-то еще. Эта деревня имеет особое значение для племени. Приказав захватить ее, Регала послала четкий сигнал. Что-то происходит. Нужно узнать, что именно. Элой, пришла все-таки. Гатак, ты как всегда вовремя. Сначала ты помогла нам с засадой на этих паршей, а теперь помогла освободить деревню. И мы в долгу перед тобой. Край Топи — священное место. Здесь мы готовимся к испытаниям, чтобы стать полноправными воинами. И здесь же, став ими, мы получаем отметины. Здесь сам Хикаро стал воином. Так захват был для Регаллы демонстрацией силы. Благодаря тебе неудачной. Мы вернем деревне былую славу и защитим ее от мятежников. Что ж, значит, дальше вы справитесь самостоятельно, а я пойду. Может, еще встретимся? Раз сыны Прометея знают, кто я, остановить их будет еще сложнее. Зато я услышала имя. Азера. Их лидер. Нужно поговорить с Арендом. Может, он знает, кто это.
Похоже, это и есть вход в долину павших. Шериф и Вера должна быть где-то здесь. Шериф и Вера, а с ней пропавшая Танат. Шериф и Вера, я слышала, тебя послали в долину спасать солдат. Ты, наверное, одна из них. А где остальные? Они не выжили. Я убила несколько машин, чтобы вытащить хоть Кеналу. Вход в долину запрещен не просто так. Машин там так много, как будто их что-то притягивает. А еще в океане появились странные мерцающие огни. Долина проклята, не стоило туда ходить. И Вера, ты была одной из претенденток на Кулеруте. Ты стреляла из баллисты по Едохлёсту. А ты та, кто победила его. Спасла жизнь вождю и открыла истину видений. Я просто пыталась вам как-то помочь. Ты неплохо постаралась в тот день. И несмотря на резню, это был лучший день в моей жизни. Я стала шерифом, узрела видение единства. Ты сказала, в океане светились огни. С острова на юге. Они впервые появились тогда же, когда долину заполонили машины. Также были сообщения о полосах света, поднимающихся с острова в небеса. Я видела такую ночью. Столб огня взлетел в небо, а потом исчез среди звезд. А можно как-то попасть на остров? Нет. Между островом и берегом сильное течение. Ты не выплывешь. Огни с острова. Интересно, не связано ли это с зенитами? Не знаю, о чем ты говоришь, но возможно. Если вход в долину давно запрещен, зачем вы пошли? Хотели пройти испытание. В долине всегда проверяли силы солдата. Выжить 10 дней и ночей. Победить все машины, какие увидишь. У Дакса был план. Мы должны были одолеть все машины по одной, пока не расчистим долину. Нами гордились бы. Но на третий день мы с Евекой разделились. А потом машины перекрыли выход. Когда шериф Ивира нас нашла, мы были ранены, а припасы кончились. Не успели мы сбежать, как напали еще машины. Дакс бежал прямо за нами, но недостаточно быстро. Много машин в одном месте. Это плохо. Разведаю обстановку. Может, справлюсь с ними. Я пойду с тобой. Будем биться вместе. Нет. Сперва я одна взгляну. Поверь, так будет лучше. Ладно, как скажешь. Как зайдешь в долину, ищи водопад и утес южнее Железного Беса. Там машины и собираются. Ясно. Спасибо. Мы еще отдохнем здесь и пойдем в срез воды к лекарю. Да прибудут с тобой десятые. Воздух густой, да что-то в долине привлекает машины. Даже какая-то приманка.
Всего за несколько месяцев вся тропа развалилась. Или это часть испытания? Отправлю в хранилище. Ладно, пойду по тропе. Надеюсь, мост выдержит. А то падать пришлось бы долго. Надо забраться повыше. Это будет непросто. О, получилось. Теперь надо найти водопад и утес к югу от гор. Эльвира сказала, что машину убийцы собирались там. Мертвая машина. Жуткая тварь. Еще одна душа. Свалить ее было непросто. Надо быть начеку. Мертвый Тенокт. Наверное, это Дакс. Брат Нако. Погиб в бою с машиной. Жаль, парни.
огни, значит. Наверное, база зенитов. Похоже, они обнесли ее всю щитом. Конечно, нашли себе целый остров под базу. Но пока надо решить проблему. Надо осмотреть места, о которых говорила Эвира. Рядом с большим водопадом и к югу от города.